Об устройстве ребенка в детский сад лучше подумать заранее. Сейчас в Актобе работают государственные и частные детские сады, а также 18 яслей. Сейчас в очереди в детский сад на электронном портале Дарабалаки.кз стоит 9571 ребенок от 0 до 6 лет. На сегодняшний день с государственных детских садов выпускается 2970 детей, а с частных работающих по госзаказу 3596 детей. Отметим, что прием в детские сады ведется с 1 июня и до того, как все свободные места будут распределены. Требуется медсправка формы 052 и прививочная карта формы 065. В каждой группе сада могут принимать детей без прививок только в количестве 10% от общего числа детей в группе. Обычно это дети с медотводом от прививок и по другим причинам. Список вакансий дошкольной организации, частные детские сады и мини-центры публикуется в электронной системе Дарабалаки.кз. По правилам первоочередным лицам предоставляется 3 дня на получение путевки. Это вторник, среда, четверг. Также дается пятница для тех, кто стоит в общей очереди. Преимущество дается льготным категориям. Это дети педагогов, родителей с инвалидностью, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, где есть ребенок-инвалид. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».